Без паники. Родителям 36-й школы объясняют, волноваться не о чем. Специалисты их пригласили на собрание. Объясняют, источника заражения в школе нет. По каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование с оценкой своевременности, полноты и качества всего комплекса противоэпидемических мероприятий. В этот комплекс противоэпидемических мероприятий входят мероприятия по поиску возможных источников в образовательном учреждении. Заключение по случаям инфекционных заболеваний, зарегистрированных в 2019 году, однозначное, что источников в образовательном учреждении для заболевших детей нет. Мне стало чуть-чуть спокойнее в плане того, что мне 100% уверили меня в том, что будут обезопасены классы. Волноваться родители начали после того, как стало известно, что за последний год у 4 школьников из разных классов был диагностирован туберкулез. Первый случай прошлой весной, последний в этом месяце. Беспокойство подогревало слух о болезни учителя физкультуры, но, как выяснилось, мужчина работал в школе до 18 года, и тогда проблем со здоровьем у него не было. Поэтому заболевания детей никак с этим фактом не связаны. Тем более после каждого зафиксированного случая в школе проводились профилактические работы. У Елены Андреевской здесь учатся 2 детей. Женщина сначала тоже запаниковала, но после консультации с врачами успокоилась. Я проконсультировалась с врачом с 15-й поликлиники, да, куда мы прикреплены, мои дети, да? И поняла, что, собственно говоря, проблем-то никакой нет. То есть, да, есть какая-то паника, но паникуют те, кто не знает, наверное, да, о том, что делать для того, чтобы предотвратить. Я считаю, что здоровые дети в наших руках. Почему такая ситуация сложилась? Наверное, лишь только одно могу сказать. Родители не были проинформированы вовремя, не была правильно проведена разъяснительная работа администрации школы. Директору объявлен выговор. Лично под моим контролем находится данная ситуация. Директор школы предпочел отмалчиваться. Вы нам дадите сегодня комментарий? Нет, они подают экстренное извещение. В конце этой недели с пятницы по воскресенье школа работать не будет по просьбе родителей. Здесь проведут повторную дезинфекцию. На эти дни будет организовано дистанционное обучение. А для родителей будет организовано дежурство передвижного флюорографа, чтобы каждый мог пройти обследование. Профилактики – это все наши профилактические медицинские осмотры на туберкулезную инфекцию. Если дети – это в основном маленькие дети, это вакцинация БЦЖ, более старшие дети до 7 лет – это реакция МАНТУ, ежегодно, каждый год ставится. После 8 лет это делается проба диаскин-тест, и с 15 лет – флюорографическое обследование раз в год. Следить за своими и предупреждать вот это, конечно, здоровый образ жизни. В ближайшее время школа повторно обработает также от грызунов и насекомых. Самара ГИС будет держать вас в курсе событий. Мария Левина, Николай Сидоров. События.